В России в результате наводнения двое граждан Армении пропали без вести. Как сообщили новости Армении, News, М в пресс-службе МЧС Армении, 27 июля в службу спасения 911 от гражданина поступило сообщение о том, что в результате наводнения в Амурской области родственники последнего без вести пропали. Выяснилось, что в результате выхода реки Или Канзейского района Амурской области из русла 4 армян, 1 гражданин России, 3 граждан Армении, оказались в воде. Гражданин РФ и 1 гражданин Армении сумели выбраться из реки, а 2 граждана Армении считаются без вести пропавшими. Сотрудники МЧС РФ проводят поисковые работы. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.